чуваши быстрыми темпами развиваются единоборства. Спортсмены показывают достойные результаты как на мировой арене, так и в Европе. На днях чемпионы Европы по карате, которые завоевали это звание на соревнованиях в Чебоксарах, встретились с главой города. Чемпионат Европы по карате проходил 14 и 15 июня в столице Чувашии. В Чебоксарах собрались около 300 спортсменов из разных стран. За два дня разыграли 164 комплекта медалей. В копилке сборной России 43 золотых медали, 8 из которых у чувашских каратистов. Такое соревнование масштабное, оно, конечно, дает о себе знать. Но у нас хорошо было то, что у нас в своем городе, в родном, у нас была поддержка, у нас приходили наши друзья, одноклассники. Много волонтеров участвовало, просто со школы волонтеров много знакомых было. Тоже было очень приятно их видеть там. Президент Федерации карате России Вячеслав Тимофеев отметил, что для Чувашии столько золотых медалей – большой успех. По его словам, это неудивительно, ведь в столице созданы все условия развития карате, и чебоксары готовы к соревнованиям любого уровня. Для нас еще это важно, потому что они должны вслед за собой подтянуть то юное поколение наших юношей и девушек, чтобы они тоже занимались спортом, ставили перед собой какие-то цели, достигали. Мне очень приятно было, что практически все вот из восьмерых, они говорят, что мы отличники. Сейчас каратисты готовятся к 9-му Кубку мира по карате среди детей, юношей и юниоров. Он пройдет в октябре в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. Сила и дух на спортсмены уже готовы. Беспокоит их только дорогой перелет за океан. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика.